Всем привет! Хочу записать такое короткое видео. Citroen C5. Вот. Поменять подушку двигателя, эту боковую, которая косточка, ну, бумеранг, косточка, как ее там люди в народе называют. Вот. Потому что она продается целиком, всей палкой. Сейчас покажу. Вот, она продается вот так вот в сборе, вот так, целиком. Вот. Ну, она дорого стоит, и все это под заказ, надо ждать. Так что, смотрите, вот ее родной сайлентвок, вот, который там уже одной рукой неудобно. Ну, он, во-первых, очень мягкий, но он такой сам по себе, но там он есть, на камеру не будет видно, наверное. Прям такие разрывы такие хорошие. Вот. Ну, она как подушка такая, подушка качения типа. Вот. Значит, чтобы не менять эту всю целиком кость, этот сайлентвок маленький, который вот этот хороший, он целый, крепкий, все. Значит, я подобрал такой сайлентвок. Вот. Ну, давно это я уже, и, по-моему, даже и куча видео есть. Ну, не знаю, может, мне не попадалось, так многие пишут, что именно этот сайлентвок не подходит, там ставят с Нивы откуда-то там, с моста или с раздатки, такие вот круглые сайлентблоки. Вот, а это тоже ситроеновский, вот его номерок, вот, это по Стеллаксу. Вот, и оно там пишет, что там Peugeot 106, 206, 306, 307, 91 год. Это подушка крепления двигателя. Вот. Там, по-моему, куча еще других, там Citroen Berlingo. Ну, это вот такой номерок по Стеллаксу. Да, многие там будут говорить, а, Стеллакс. Ну, с нынешними временами, знаете, выбора большого-то нету. Вот. Но почему еще Стеллакс? Я вам еще сейчас расскажу такой... Ну, может, кто, конечно, знает, потому что, например, Стеллакс есть, его делают также завод в Китае, и есть также завод в Германии. Видите, вот написано Германия. Вот, значит, какие отличия будут? У меня сейчас сравнить не с чем. Вот, так что у них отличается и цена, и, естественно, качество. Значит, смотрите, вот идет номер, да, циферки, номера, номера, номера. У китайского будет точно такой же номер, но после окончания цифр будет буква А. Буква А, потом будет тире и SX. Вот эти же. Вот. Значит, если будет без буквы А, это значит Германия. Если с буквой А, это завод в Китае. И качество, естественно, отличается резины. Вот. И так как на данный момент, что с запчастями все туго, да, у нас в основном там патрон, Стеллакс на складах, все. Вот. И оно быстро расходится. Значит, что? Значит, оно выпускается. Если оно выпускается, значит, оно свежее. Вот. Потому что бывает, вот даже его нюхаешь, да, саму резину, он прям запах такой очень сильно резины, свежей, свежей резины. Вот когда шины покупаете, запах резины прям свежак. Вот. И мягенькая, хорошая резина, вот пальцем продавливается так плотненько. Вот. Так что не все детали плохие. Так что я много-много раз ставил уже и очень хорошо ходит. И как бы и цена нормальная, и реально ходит. Вот. Потом эта же такая же похожая подушка, вот ее номер, это которая нижняя. Двигателя, который тоже сайлентвок запрессовывается под полуосью. Вот, тоже Стеллакс. И тоже такая же она. Вот, будет тоже так же ходить. Вот, она по размеру чуть больше. Вот этот же сайлентвок сделан качественно. Нигде никаких там отливов, зазубрин. Смотрите, все ровненько, все как надо. Вот, так что не бойтесь их ставить. Все хорошо. Миллион ставил я уже и лимфердеров, и всего. Знаете, сколько лимфердера подделки? Ой-ой-ой. Вот. И еще буду ставить вот эту подушку, которая
Ну, на нее также становится вот так косточка. Вот, вот ее номер. Это будет Фэби. Вот такой номерок. Вот, смотрите, разница в этих подушках, которая родная стояла. И вот это. Вот, вот их высота. Видите, как она просела. Это. Вот. И уже появлялись такие. На камеру не будет видно. Ну, вон, видите, такие, типа, как трещина и мокро. Уже мокро, вот. У них часто отрывает вот здесь. Вот. Ну, еще здесь вот не оторвало, ни здесь, ни здесь. Вот, и они также, они гидравлические. Вот здесь жидкость залита внутри. Вот в этой и в этой. Вот так же. Вот здесь прям такая она густая. Аж прям чувствуется, что она такая плавает там. А здесь, по-моему, уже даже... Вот здесь пустая просто резина. Мягкая-мягкая прям. Вот. Ну и также она просевшая. Машина на автомате. И чувствуется такая и вибрация, и удары, когда при включении передачи. Вот. Ну опять же, буду менять еще. Потом еще доедет подушка коробочная. Она там круглая такая. Она, ну... Смотрите, значит, чтобы был результат, реально результат по вот этим всем вибрациям, там ударам, меняйте все сразу. Вот, всего лишь это будет вот, да, и третья подушка будет коробочная. Все, поменяйте, сразу же результат 100%, все будет хорошо. Будете менять по одной, будет рвать по очереди. Не так уж это уже и дорого. Это реально недорого. Вот. Так что, ну, а уже по качеству смотрите сами, но у нас на данный момент пока выбирать сильно не приходится. Можно было, конечно, это ждать, заказывать, но, естественно, там и цена. Так что, вот такие вот дела. Значит, поставлю. А, ну, вот по поводу сайлентблока, да. Вот еще, видите, я его запрессовал именно вот по этим. Вот этот стоял у нас, получается, вот так упорами сюда. Раскачивался и дотрагивался. Вот здесь этот будет пожестче. Вот. Ну, ставил я их много раз, так что я вот так ставлю. Вот, можно на штампованный этот рычаг вот так вот ставить сюда, на эту, так сказать, сварку. Вот, чуть-чуть немножко я смещаю, потому что получается она у нас стоит. Так, как это показать? Так, это она у нас стоит вот так под углом. Да, нет, подождите, все-таки вот так. Да, и тогда получается у нас вот эта вот часть, она будет, ну, ровно. Вот, ну, все работает, все хорошо. Так что можно ставить этот сайлентблок и все будет нормально. Ну, вроде бы все, что хотел рассказать. Ладно, всем пока. Подписываемся, ставим лайки.